Ну, это просто финальный закат для меня. И просто невероятная Анастасия. Ну, Настя, ну очень красиво. Ну, ты просто Мерлин Монро. Да-да-да. Final evening. Блин, очень красиво, правда. Вах. Ну, это просто. Вот здесь мы ждем, а вот там у нас будет ужин, прикиньте. О, мне кажется, это очень мило. Вот так вот по лесенке такой тык 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 тык. И сел. Друзья, идем. Поднимаемся над землей. Все еще идем. Идем по мостику вперед наверх. Идем. Все еще идем. Ой, упали, шутка. Идем. Этот квест сейчас будет решен. О, май гад. How romantic. Ой, я нашла лучшее, что здесь есть. Та-дам! Очень красиво. Ой. И пахнет сеном. Знаете, как нас сеновали в деревне? Блин, друзья, если честно, так обидно, что это контрабанда. И что нельзя везти эти ракушки миюхи. Лучше можно там две взять. А все остальное считается контрабандой. То есть нельзя вывозить ракушки с Мальдив. Мне так обидно, потому что я выбирала самые красивые, понимаете? То есть они такие... такие трогательные. Я даже такую взяла. Это риф, кусочек рифа. Я нашла его на берегу, не думайте. А вот это, ну посмотрите. Ну что за прелесть? Она такая вот длинненькая, да? Сколько всего можно было смастерить из этого? Но не в этой жизни.